уже несколько часов по всему миру проходит международная мемориальная акция «Свеча памяти». Начавшись во Владивостоке 21 июня, до конца дня она обойдет всю планету. В 4 часа утра огни вспыхнули и на набережной Тюмени, ведь слова «не вернулся с войны» объединяют многих потомков погибших. Ну а свечи в руках – маленькое спасибо тем, кто не пришел с фронта. Дед со стороны папы погиб, и дед со стороны мамы, он инвалид. У меня два прадеда воевало, один погиб в Берлине за 3 дня до конца войны, а другой дошел до конца войны и потом вернулся домой. Только из Тюменской области на фронт ушли 250 тысяч человек, и почти половина не вернулась. Сегодня на набережной всего лишь несколько портретов героев, и возле них поставили 1418 свечей. Именно столько дней шла Великая Отечественная война.